можете сейчас оформлять свои заказы. Кстати, если что-то заказали из рубрики «Мода», положите в корзиночку заказы из рубрики «Красота». А теперь переходим к новинке. Что это? Наша новинка – мицеллярная вода. Так. Серия «Формулы преображения». Угу. Мицеллярная вода – это классное очищающее средство. Я знаю мицеллярные воды, которые очищают только кожу лица. Наша мицеллярная вода, наш продукт, снимает еще и косметику с глаз. Так, то есть это можно использовать как два в одном? Конечно, можно. Аккуратно там почек прикладывается к глазам. А вот давайте мы посмотрим, как Наташа будет наносить. Смачиваем тампон. Наташа, да? Да. Как надолго хватит нам этих трех флаконов? Я думаю, что трех флаконов нам хватит почти на лето, на целое, на 3 месяца. Достаточно экономно. На ватку наносится немного средства, да? Так. Вот, Наташа, посмотрите, пожалуйста. Вы можете приложить сам тампон с мицеллярной водой на глаз, подержать 3 минуты, и вы прекрасно смоете тушь. Я знаю, что мы сами в лаборатории пробовали, да, как наносится это средство, и остались все очень довольны. Слушайте, вот это важно. Вот честно скажу, я испытала разные средства для снятия макияжа с глаз. Так как у меня на работе, конечно, здесь очень усиленный макияж, не каждое средство вообще спасает с тем, чтобы снять аккуратно, без раздражений, чтобы не было ТТП. Пленки маслянистые в глазу. Используйте новинку. Это мицеллярная вода Anti-Age Line. Вы получаете сразу три флакона. Так, Наташа, у нас к тебе просьба. Пожалуйста, намочи хорошенько мицеллярной водой. Приложи к глазу, чтобы показать, что снимает тушь. Это очень важно. И подержи. Да, а мы тем временем будем наблюдать. Давайте перейдем к механизму. Да. Да, за счет как чего работает? А пока, Лена, Наташа, подержи, прям приложи и держи. Угу. Мицеллярная вода – это современное средство, которое состоит, ну, собственно, из мицелла. Что такое мицелла? Это сферическое поверхностно-активное вещество, которое отрывает с поверхности кожи частицы жира, грязи и помещает их к себе внутрь, как ядро. Больше эти частицы не возвращаются к нам на лицо. Да, они удаляются вместе с мицеллами. Слушайте, это здорово. Представляете, это как пылесос. Примерно так это получается. Растворил. Да, именно так. Это новинка. Как здорово. Вот как обычно происходило раньше умывание. Все знают. Мы умывались мылом. Мы терли лицо, а мы потом его, оно у нас раздражалось, а теперь нам нужно просто... подсушилось, да, нам вся теперь... кожа вставала дыбом, и было замечательно. Теперь же, действительно, на поверхности лица образуется пленка, но она настолько комфортна, что мы ее просто не ощущаем. Вот посмотрите, Наташа смывала сейчас макияж с глаз. У нас у модели специально сделан минимальный макияж, но все равно, посмотрите, для того, чтобы мы, конечно, тестировали уходовые средства. Но вы видите, что грязь, пыль, остатки косметики. Вы видите, что насколько хорошо смывает. И это не просто средство, это мицеллярная вода. Вот посмотрите, пожалуйста, да, вот на картинке показано, как... Из грязной кожи вся грязь под мицеллами вытягивается, оставляя результат. Чистую, увлажненную, красивую кожу. Итак, легкое очищение, комфортное очищение. Это размягчение и вытягивание всей грязи, пыли. И вы получаете 3 бутыли. Представляете, какой здесь хороший объем. Вот я лично возьму с собой на отдых. Вот пузыречек. Смотрите, как удобно. Мне нравится дозатор. Видите, открыли, взяли необходимое количество на ватный диск. Ну что ж, как получилось так, что именно вот возникла идея создания этой воды? Ну, во-первых, у нас есть собственное производство. Оля, давайте я немножечко расскажу об этом производстве, о нашем. Да? Посмотрите, это ведь целый комплекс, состоящий из нескольких цехов, в которых производится продукция. Да? Посмотрите, насколько у нас чисто и приятно на производстве. Да? Современное оборудование, современные упаковочные материалы. Все сотрудники у нас поддерживают требования, которые предъявляются к производствам хороших, надлежащих производственных практик. То есть я, откровенно говоря, горжусь нашим производством. У нас есть собственная лаборатория, которая проводит контроль качества всей продукции. Ни одна партия у нас не уходит непроверенной.